Марта, поздравления. Ты прошла во второй раунд здесь. Многие болельщики еще не видели тебя в игре вживую, и многие удивлены, как ты великолепно играешь 15 лет. Ты сама удивлена? Я не могу сказать, что я удивлена, потому что я работала, чтобы оказаться на этом уровне. Я знаю, что я могу играть на этом уровне, так что я не слишком удивлена. Тебе всего лишь 15. И ты уже играешь на таком уровне, а тебе уже говорят во всем мире, ты работаешь более упорно или ты талантливее? Ну, я думаю, что это и то, и другое. Если бы я не была талантливой, я бы здесь не была. Но если бы этот талант не был бы подкреплен большой работой, я бы тоже не была на этом уровне. Так что это и то, и другое. Ты играешь очень агрессивно. Кто твой идол был в детстве игровой? Ну, я, честно говоря, у меня не было идола. Я очень любил смотреть Новака Джоковича. И до 9 лет я думал, что он будет моим мужем. Я не могу сказать, что он был моим примером именно в плане стиля игры на корте, а именно в плане стиля, наверное, никого такого не было. Ты будешь играть либо с Каролиной Гарсией, либо с Марией Шараповой? Как ты смотришь на это? Я, честно говоря, не знаю, с кем мне играть, без разницы, наверное. Поздравления Марте Костюк. Она проходит во второй раунд. Ну и, как уже, да, мы сказали, она будет играть либо с Шараповой, либо с Гарсией.